Жұмыс та жоқ, іштеңе жоқ. Енді көтермегенде не істейміз? Қай уаққа дейін шыдауға болады? Только на Алматы напало 20 тысяч бандитов. В ночь на 5 января ситуация усугубляется. На акции выходит еще больше людей. Протестующие вступают в противостояние с силовиками, жгут машины. Силовики пытаются разогнать протестующих и применяют светошумовые гранаты и слезоточивый газ. Как глава государства из сегодняшнего дня, председатель Совета Безопасности намерен действовать максимально жестко. Правоохранительным органам и армии мною дан приказ открывать огонь на поражение без предупреждения. Вчера я лишился своего братишки. Он попал под колеса одной из военных машин. Хотя мы вышли на мирный митинг, а в нас начали кидать шумовые гранаты, дымовые шашки. Уважаемый Касым Жомарт Токаев, мне 30 лет. Я не хочу еще 30 лет быть рабом. Папамды тауып бер, папамды тауып бер, мен қақтан тауып берем. Жауыздық мен атып тастап отырып болдым. Жазықсыз кетіп отқаны рас, өйткені маған ешқандай дәлел көрсетіп отқан жоқ. Маған дәлел көрсетсін. Авочка оператор деген келді. Сол бала 91 оға аттым, бейттім, сеттім деп тұр. Сол бала качестве свидетеля кеп тұр. Ол адамдардың бәрінің атып, жанын алған, өлтірген адам. Ол қалай ол свидетель боп тұр? Неге олар сотталмайды?